Ух, какая же охрененная мелодия в первом Хитмане. В самом первом Хитмане. В самом-самом первом Хитмане. Боже, как я в свое время заиграл на дыр. Это просто охренеть. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня мы играем в Хитман 3. Это третья часть перезапуска, на самом деле третий сезон, потому что игра одна и та же. И кто-то спрашивает, типа, почему так важно, что прогресс первых двух частей, допустим, в Epic Games Store не переносится? А потому что это, по сути, одна игра. Давайте объясню на пальцах. Смотри. Вот, допустим, покупаешь ты гонку, и постепенно раз в год тебе заносят туда 12 новых трасс. Вот, но при этом старые трассы у тебя остаются. Так вот, здесь они не остаются. Либо остаются, но без твоего прогресса, потому что ты можешь что-то куда-то перенести. Еще в новый третий Hitman не завезли русский язык, и я не буду ничего говорить по этому поводу, потому что все, что я хотел сказать, я уже сказал. Кому-то это сильно подожгло жопу, кому-то, наоборот, позволило выразить свое эстетство и оттопырить пальчики. Обоих шлю нахрен. А мне, в принципе, как бы сейчас говорить больше об этом нечего. Ну что, я хочу сказать этот... Забыл, что хотел сказать. Планы между тем все те же. Ваша цель по-прежнему Скептер. Самое большое здание, которое партнеры сейчас, собственно, там залегли. Хватит петь, зло! Приветствую, Артур Буфала, Буфабабчин. Ну вот, я сбился. Две семьи здесь находятся. Доминируют в этом городе очень богатые ребята. Вроде как, если я все правильно перевел. Я просто не успел. Сломали мне перевод. Окей. Еще бы ты не пиздела так быстро, Диана. Мы же тут как бы все тупые люди, мы не понимаем английский язык, и переводить они нам не стали. 47-й выходит из супермаркета. Вдруг детектор у выхода начинает пищать. Охранник ему: у вас штрих-код не пробит, кс, русское радио. Что с моим одеждой? Что с моим костюмом? О боже мой. Они заметят, что я в тропях переодевался, похоже, в трусы заправился. Пиджак. Спокойно. Сорента сосед. Чувак, я не помню, как играть. Просто вспоминаю. Отстань от меня, пожалуйста. Никогда такого не было. Я всегда играл профессионально в эту игру, понимаешь? Отвертка? Где? Ну, здравствуй, старый друг. Чат, все. Мир никогда не будет прежним. Сюда! Угу. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Здравствуйте. Что у вас тут? Так, подожди, его надо спрятать. Мужик такой. Мы с Трезором на границе. Я думаю, что мы можем, кстати говоря, через склад войти. Не зря же он тут стоит. А вот оно, да? Да? Это серверное? Ну да, походу это оно. Я, конечно, не хакер, как Оливия, но я думаю, что тебе понадобится взломать это, чтобы получить доступ к терминалу. Да ладно! Так, подожди. А, процедура перезарядки. Вручную. Ну, типа... Бля, что-то сломал, по-моему. Проклятие. Тревога включилась. Охрана идет, прячься. Ой, так, подожди. Ой, господи. У меня нет отмычки. Паника, да. Добрый, все нормально. Проклятые айтишники. Тупое оборудование. Как же мне это все заебало. Система в порядке. Да, прости за это, 47-й. Давай снова попробуем. Ты запросто. Охрана идет. Серьезно, ты не мог сказать сначала, типа, стой, стой, стой. А, подожди, ключ карта? Блядь. Ой,
Простите. Не так кинул, простите. Навык потерял. В смысле ты живой? Не хочу, это некрасиво, это непрофессионально идет. Не было профессионально, понимаете? До этого все было, а сейчас не было. Ты уже нам нанес столько повреждений, что это несоизмеримо. Ты просто террорист-убийца. А, король. Как? Сюда! Все-все, Грей, успокойся. Успокойся, я уже все сделал. Отлично, все сделано. Все, успокойся, он сломался и продолжает. Эбби, я нашел тебя спустя 7 лет. Это частная зона, сэр. А меня зовут... Его зовут Пенис Витмар. В общем, да, он частный сыщик, и у него приглашение. Ничего себе, объекты в комнате. Так еще, если я, допустим, начну по этим вот полкам стрелять. Вот так вот, смотрю. Мяч достань, смотри. Все будет по физике разлетаться. Ты не мог сейчас по физике сделать что-нибудь, нет? Физика покинула чат. Так, что ты начинаешь? Так. Физика, камон. Здесь должна быть физика. На самом деле она тут есть. Вот честно тебе говорю, чат. Прям честно. Видали? Ага, я вам говорил. Я говорил? Я говорил. О, нифига, наверное, дорогая. Рог единорога? Шо? Отломить? Похоже, у меня новый лучший друг. Эдвард. 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 Обратите внимание, пожалуйста, Эдвард. Здравствуйте. Я пришел поговорить. Я вообще не должен этого делать, я не фотограф. Я могу задушить фотографа и притвориться, я не знаю, для чего это все. Соткнись. Простите, я ухожу. Преступление? Слышь, это преступление, мать, ты чё? Мужик, прекрати! Спокойно, спокойно, мужчина! Я бы не хотел, мне пока интересен этот квест. 5 лет колонии за снимок. Да походу, что происходит вообще? Ой, простите, я не приглашал. Там труп нашли? Да ладно, кто-то мог найти труп. В смысле, вы что? Мертвый прям труп? Прям мертвый. Какой кошмар. Я не могу переодеться? В 2021 году, серьезно? Вы меня угнетаете, разработчики. Это очень неуважительно по отношению ко мне. Я, может быть, хочу переодеться в женскую одежду, а вы мне не даете? Окей, ладно. Окей, я чувствую себя оскорбленным. О, газета. Газеты, их всех забей. Что? Что? А в чем дело? В чем проблема? В чем проблема? Тебе нужно объясниться. А мне тут типа нельзя... Что? Кого? Help.
slow, follow me, do exactly as I say, and you'll be okay. Understood? I'm gonna take you down. Они, походу, очень любят эту газету. Я не знаю, честно говоря, что происходит, но газета, по-моему, их очень сильно оскорбила, когда я ее забрал. Здесь мужчина, который может напрячься в случае чего. Hey, Ron, did Yates mention anything about the Carlyle account? Уж яблоко. Ой. Yes, I'm in England now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlyle? Блядь, что я тут делаю? Тут есть что-нибудь в этой комнате? Нахер я сюда вообще пришел? Здравствуйте. Простите. Простите, тетя. Упс. Расследуем убийство одного человека. Уже человек 50, наверное, погибло в процессе. О, мыло. Смотри, привет, друг. Hello there, sir. Смотри. Crap. Мыло упало, подними. For safety reasons, I can't just let you drop shit around like that, mister. Простите, это очень тупая шутка была. Я не должен был так себя вести. Я собой не горжусь. Это было смешно, отставит меня чат. А ну-ка, а что ты там стоишь? А могу я к тебе попасть как-нибудь, нет? Там что-то есть, я тебе говорю. Откройте, пожалуйста. Я тут расследование провожу. Попроси вежливо. Откройте, пожалуйста. Грубо. И ты еще типа бесишься, что я стою, ты ко мне подошел, и ты бесишься? А как она вышла? Подожди, она вышла? А как она... Значит, у нее есть ключ, да? Угу. Простите, а у вас есть ключ? Ее волнует только растение. Пойди, ну да придя! О, ключ! Подожди, у нас задание исчезло. У нас задание исчезло, мы только что зафейлили. Это она убийца, походу. Это она убийца, судя по всему. Мы себя проспойлерили сейчас. Знаешь почему? Потому что мы ее убили... И задание сразу же закончилось. Дело раскрыто, товарищи. Фух. Инфа прошла, что нужно перезапустить стрим, иначе не пройдешь дальше по сюжету, там как-то связано интеграция Твича и игра. Ох, как же низко, Нансаби, как же низко. Я нашел доказательство, что она и вас попытается отравить. Так, об этом я позабочусь. Спасибо, мистер Уитмер. Вы меня не разочаровали. Я говорила, что вас наградят, если вы решите это дело. Что вы предлагаете? Деньги? Можно было кейс-файл попросить? Я попрошу деньги. Пришлю вам инвойс. Спасибо, мистер Уитмер. Я думаю, вы выход найдете. Угу. You're gonna regret this. Watch your heads. Do something, or just stand there and bleed. Привет. Тут это. Ну, в общем, я долго к этому шел. Интеллектуальный гейминг продолжается. Давайте сделаем все по-красивому. Ладно. На тебе. Пипец, такую штуку просто с маху воткнуть в голову. Это я хз за кем надо быть. Музыка драматичная, пипец. Hey, asshole, you need to go. Let go of that person. What the hell are you doing? Боже, страдалась, бедолага. Это проклятие дома Ашеров.
Только не утони, пожалуйста, только не захлебнись. Только не за... Бабуля охереет, я думаю, просто от этих приключений. Чем она заслужила такое унижение? Теневое правительство. РЕН-ТВ сказали, что она виновата во всем. Я понял, я сдаюсь, Блин, это... Оп, такой. Так, хорошо. Алло! Так, надо приглушить его, потому что он нам все испортит. Это вообще девочка. Так, спокойно, спокойно, мужик. Ты слишком сильно шумишь. Ты заслужил кирпич. Все, тихо. Тихо, спокойно все. Ну что же не так со мной? Я не понимаю, просто какого же хера. Тетька встала. Я перепутал. Боже, хорошо, что Диана этого не видит. Пошли, спокойно. И все? О, лопата. Сюжет, блядь, какой-то для криминальной России вышел. Если она сейчас скажет well done 47, то я заплачу просто. Такой херни натворили тут. Но мы квест главный выполнили, потом уже дурканули немного. Ну да, да, да. А еще скажи, у меня ключей нету, да? У меня же есть ключи. У меня есть ключи от лодки. А че я не могу залезть? А где мои ключи от лодки? Ключи где от лодки? Я ключи от лодки брал. Когда-то суперский агент, но день не сдался. А лодка, походу, уже не поплывет, что ли? Потому что я не вижу здесь. В могилу упали ключи. Я не понял, чат, у меня есть ключи от лодки. Только что был способ выйти отсюда таким образом. Ключи в бабке? Какие... Тебя сейчас не подозревают, прекрати всех убивать. Я... 47-й, они везде. Убирайся. Если Констант, он... Дерьмо. Ух, изи. Не знаю, что там у них происходит, но я-то в порядке, детка. Вот мой мотоцикл, поехали. Они уже просто хотят, чтобы он ушел. Изи. Нет? Нельзя? Ну ладно. Подожди, кстати, секунду. Вот так вот смотри. Я такой отошел, типа, ты и ты забыл про меня. И я такой. Это мой молоток. Гач-мужик. Это что, какие-то новые наноразработки? Это Тесла, да, сделала? Это Илон... Подожди, как это работает? Здравствуйте. Заходите и садитесь. О, давай. Это яблоки? Это мне можно, да? О, моя любимая. Блять, прости, чат, я не знаю, что на меня нашло. Так, подождите секунду. Кто там палит? М? Трупы были нормально спрятаны, я не знаю, как, в принципе, их можно было найти. Кто? Кто мог найти эти трупы? Их никто не видит. Чат, как ты думаешь? Пей! Камера? Там нет камеры.
I need you to keep your head down if you want to stay alive. Calling in! Calling in! What the hell? Еще кто-нибудь придет? Он успел позвать просто. Там прием, прием. Блять, они трупы увидели. Мужик, не заходи сюда. Так, нет, не открывать дверь. Блин, каждый раз, когда они будут открывать дверь, кто-нибудь будет видеть. Где мой утюг-то? Это мне напоминает очень страшное кино, когда там Майк Тайсон, он типа изображал женщину, помните, в том фильме? И когда он там откусывал, просто бегал ко всем контуженным и уши откусывал им. Вот здесь примерно то же самое. Блядь! Не открываем дверь больше, не открываем дверь. Блядь. Сука, это ненормально. Надо их растащить, иначе они так и будут здесь палиться. Смотри, за 4 года ничего не изменилось. Не учи меня, слышишь? Охранник вас проведет в здание. Возьмите себе яблоко. Мне витамины пригодятся. Подожди, в смысле? Подожди, стражник меня сопроводит? Какой стражник? Подожди, стражник, который внизу там? Он меня сопроводит? Иди одного растолкай, он тебя отведет. Они мертвы, я их нечаянно убил. Нечаянно. Вот один из этих стражников, да? Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Beautiful, sir. This place isn't for you, huh? Place isn't for me. Isn't for me, yes. Он такой, сэр, простите, вам туда нельзя. Такой убежал. Серьезно, он меня пропустил? Он просто потому, что не успел прям уж спалить меня? Если хотите сюда, говорит, пройти, я должен вас обыскать. Ну давай, но я оттуда пришел. Этот утюг мне нужен. Ой, блядь. А ты гонишь, говорит. Я вообще не понимаю, честно говоря, что они со мной делают. Ну, типа, что я сейчас делаю конкретно? Я думал, что они отведут меня... Да в смысле? Ты меня ведешь, алло! О, блин, кто... Да ты меня сюда пропустил! Я иду за тобой. Не стреляйте! Так вы же меня вели! Блять. Это не мое. Ты что ж за херня-то сегодня происходит-то? Ну как так-то, ну? Кого, блять, у меня отвертка есть. Давай расскажи мне, как тут проникать, взламывать. Да. Хочешь яблоко?
What the fuck? Раз. Куда бы тебя деть? Сейчас все сделаем то же самое. Только нормально, чат. Только нормально. Нет! Ч-ч-ч-ч. Никому не говори! Блять. Пить хочешь? Пей! Это провал. Нет! Да боже, просто ты кинь по-нормальному. О, все. Это все. Кирпич если меня не спасет. Я почти сделал все как надо. Господи, почему это так сложно? Просто выйти отсюда. Господи, что я творю? Просто. Иди туда, блядь, туда смотри. Да что ты сюда-то смотришь, господи? Что это было? Я дел вообще не в курсе. Картины такие. Деваться, говорит, ему некуда, готовьтесь. Кто заметил? Кто? Где? Откуда ты это увидела? Боже, посмотрите, тут куча трупов. Расскажите мне, пожалуйста, я охрана, поговорите со мной. Вывалилась за угол. Ух, это было близко. Ага, вот этот спуск, я понял. Все под контролем. Подобрать осей. Так, чемодан. А что там внутри? Внутри можно положить можно положить бомбу, швырнуть в него, ой, в нее этот чемодан, он долетит и взорвать его. А детонатор-то где? А где детонатор? Это было лучше любого, блин, заранее заготовленного разработчика. Ох, боже, как это было хорошо. Не знаю, что я сделал. Let. Понял. What the fuck? All personnel, breach protocol. Вы это видели? Это ненормально. Это вообще не норма была. А детонатор-то где? А где детонатор? Блин, это охеренно. О, да. Ладно, дамы и господа, это было довольно весело. Мне очень понравилось. Продолжим завтра в обычное время. Будем сидеть, как обычно. Но вы понимаете. Спасибо, что смотрели. Увидимся и всем пока. Так, подожди. Во, не, во, вот так. О, увидимся. Всем покерки. Всем пока.